Привет, мне тут пришла. Привет из Казахстана. Подруга передала что-то. Что-то такое косметическое. Так, кто тут у нас? Как всегда, вовремя. Короче, что-то, говорит, очень прям хорошее. Деликатная пенка с пробиотиком. Что это такое? Интимная гигиена с пробиотиком. Видишь, чё? А это что? Россия. Берри микс. Так, пилинг. Чё? Пахнет что-то так. Срок годности 36 месяцев. Ля-ля тополя. Не использовать при нарушении целостности кожных покровов и склонности к куперозу. Пилинг-скраб для ежедневного ухода за кожей. Содержит цельный экстракт папайи, который обладает мягким и желчным действием. Ты поняла, но это скраб. Это что такое? Так, сыворотка для лица. Гиалуронкой. Ну, блин, ну вообще, ну надо же такое масло для волос. И на волосы покрасить. А это, короче, крем для век. Что-то у меня крем для век с пептидами какими-то. Что-то у меня веки в последнее время тяжелые, девочки. Вот такая вот привет с Казахстана. Мне спасибо большое. Я тебе по WhatsApp еще все напишу. Девочки, короче, вышла я сейчас из душа. Сейчас буду Олегишкину маску делать на физиономию. Сейчас я смотрела передачу, как все звезды сошли с ума и занимаются интенсивным интенсивное голодание называется. Короче, 8 часов жрут, 16 не жрут. Я, короче, посчитала, что я не ем больше, чем 16 часов, да? Это получается. Вот сейчас я ела последний раз 4 часа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Короче, 19-20 часов я потом не ем. Я потом не ем 19-20 часов. Они говорят, можно кушать все в течение вот этих 8 часов. Все, что ты захочешь. И, короче, реально прям так худеют. Прям такие худые, короче, делаются. Я понять не могу, как это работает. На мне что, блин, это не работает? Вообще не понимаю. Ну ладно, вчера я сгрешила, потому что вчера у меня, короче, где-то в часу в 8 вечера что-то я съела, и у меня получилась изжога. Днем я съела, с работы пришла, изжога, короче, замучила. И я такая думаю, надо что-то сделать. И ничего лучшего, как зажрать эту изжогу, я не нашла, потому что реально сработало. Я поела, и изжога куда-то исчезла. А так-то, блин, получается, больше, чем 16 часов не ем, потому что перед утром, перед работой я никогда не ем. Я утром прихожу в 11, да? И тогда я только поем. Чего я там поем? Два кусочка хлеба, ну, в смысле, бутерброд. Иногда с авокадо, иногда просто одна шайба сыра там и колбаски. Они говорят, они все едят, даже шашлык и то все и худеют вообще. Почему на мне так не работает? Короче, с завтрашнего дня я попробую, так как они говорят. Реально попробую там. У них получается, у кого 2 приема пищи, да, у кого 3 приема пищи. Ну, короче, ни в чем себе не отказывают, ни сладкое, ничего. И они худеют. Долина, Молина, все похудели. А я что, лысая, что ли?
Короче, я знаю, что я набрала все свои 10 килограмм, что я худела, я набрала. Сейчас я взвешаюсь, девочки. Сейчас, халат надо снять. Ну, я знаю, что я ходячий центнер. Я это знаю прекрасно. Ну вот, блин, равнюсенько! Равнюсенько! Центнер! Была уже, скинула 10 килограмм. Ой, короче, дело к ночи, блин. Я попробую проконтролировать, потому что я никогда на весы не встаю, когда не занимаюсь диетами, всякой фигней. Я не знаю свой вес. Сейчас встала, узнала свой вес. Но это уже 6 часов вечера. Я уже наетая, напитая. Я уже две вот такие бутылки воды выпила. Я посмотрю. Я посмотрю, чьи обманывают, чьи правду говорят. Девочки, буду вставать на весы каждый день. Блядь, это у меня Турция. Турция включено все. Вот как так-то? Но опять же, в Турции то же самое, оно должно работать. Там 3 раза кормят тебя, да? Последний раз ты 18 часов ешь. Поэтому последующие часы ты не ешь. Вот она мне какую-то сыворотка для лица. Помазать надо. И это должно работать, по идее, так как они говорят. Прям я вообще не знаю, я в шоке. А, еще я хотела девчули предупредить людей с тонкой душевной организацией. Не смотрите мой канал, потому что у меня бывает иногда в роликах ненормативная лексика, в простонародье мат, матюки. А я смотрю, что это самое... Некоторых это возмущает. Не нравятся им бескультурные люди. Надо, чтобы только на вы и шепотом. Поэтому не сочтите за грубость, просто примите как за совет от чистого сердца. Люди с тонкой душевной организацией, мое видео нельзя смотреть. А остальные все адекватные, подписывайтесь. Ставьте лайки, балалайки, и все будет нормально. Короче, завтра, девочки. А, еще знаете, что говорят на убывающую луну нельзя на диету садиться, на только на растущую. Вообще на все начинания делать на растущую. А сейчас-то у нас убывающая. Не, ну все равно, ладно, раз уже сказала, так и буду держаться. Чушь. Там. Ну что, у меня и колени уже болят, и все, надо брать себе в руки. Это отпуски просто. Я тогда 10 килограмм скинула, поехала в Грецию, отдохнула, поехала в Польшу, отдохнула, видели сами как. Щи, борщи в 10 часов вечера. И вот оно дает о себе знать. Ну вот попробую, короче. Вот прям сегодняшнего, вот последний раз я поела в 4. Все, теперь до следующего дня ничто не кушается. И посмотрим завтра, какой будет результат. Я вам покажу, обманывать не буду, честно. Так как Артем у меня худеет, он бегает, это самое, марафоны марафонит. Я не могу, у меня мениски порваны на обоих ногах, поэтому не могу бегать. Не могу. Ноги болят. Короче, вот. Вот и все. Ну, так они прям нахваливают. Так нахваливают. Все прям похудели они. Все реально прям похудели. Врут, наверное. Что-то они не договаривают. Что-то врут. Алиюшкины, попробую этот сыворотки для лица. Завтра вообще как встану вся. Так, срок годности капсулы 3 суток. Так что тут картинка нарисована, каким образом ее размазывать.
Так, это уже буду красивая. Господи, куда деваться? Ладно, пойду на мазю. Девочки, ну они почему такие вот сейчас по телевизору выходят, как эти щепки-то? И вроде рассказывают такое. А я почему тушенка-то такая получилась, если я так же сама питаюсь, как они? Ничего не понимаю. И я знаю почему. Потому что я мало сплю. Говорят, кто мало спит, тот толстеет. А я мало сплю. И днем я никогда не ложусь отдыхать. Только если заболею, там что-то такое. Вот чем больше я думаю о диете, тем больше мне пожрать охота. Не буду. Короче, помазалась я этой фигней такое. Не знаю, что. Как-то я в аэропорту, мы куда-то ехали, не помню, куда мы ехали, в Турцию или что. В аэропорту мужик остановил, ну, с бутиков этих. И, короче, показал мне крем. Ну, он, короче, мне на руку намазал, и сразу все морщины убрались. И потом, короче, под глаз один намазал. Может, это у него такой тюбик только был. И все морщины мелкие, все убрались, все убрались. Этот тюбик стоил 100 евро. Но, говорит, его очень надолго хватает. Ну, прям реально на глазах все морщины выровнялись. Чего за состав там, я не знаю. Ну, короче, нам некогда было расспрашивать, что нам уже надо было идти. И я говорю, ладно, в другой раз. Этот. И смотрю, один глаз без морщин, а другой с морщин. Так и полетела я. Ну, правда, он долго держится, потом же ты смываешь, наверное, этот крем и все. Ну, у меня вот знакомые есть, которые похудели, ну, блин, прям вообще морщинистые, морщинистые, как эти собаки-шарпеи. То если ты похудеешь, то надо что-то потом с физиономией делать, потому что реально прям смотришь на лицо, вроде так похудели, да, что фигурка то все 5-10 где-то вырисовалась. А лицо прям постарело. Прям лицо старых людей стало. Вот оно все. Представляете, мне вот это вот сейчас все. Я шарпей буду. Сейчас я хоть как бульдожик, а буду ж как шарпей. Ну, не знаю, короче. Посмотрим. Хотя бы вот недельку посмотреть. То, что вот они говорят, как делать. То бишь жрать, а потом не жрать резко. И посмотрим, а то, может, обманивают. Буду отчитываться вам, показывать свои веса каждый день. Ой, до отпуска. Девочки, отпуск скоро, да? А у меня еще конь не валялся. Занесли этот чемодан. Так и стоит он. Господи. А потом в попыхах будем все закидывать. Или там купим. Там купи. Да что нам собираться, трусики, бусики? Ноги побреем и поедем покорять Османскую империю. И все.